Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дэн, Хацкер и Тучка, Флайнг, Плеймар, Гусанёк, Госдума, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная серия, потому что будем выживать на разных постройках в затонувшем городе. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем. Будем выживать сегодня от гномиков Кравли. Первого поставлю очень лайтового, и будем все больше и больше и мощнее ставить. Вот он уже идет. Кстати, под водой его очень плохо видно, поэтому будет очень круто. Ну все, я проиграл. Мгновенное просто сливание. Кто коснулся воды, тот проиграл. Опа. Так, я вижу, как он начинает мочить. Пацаны, будьте готовы. Это псих, это просто неадекватный гномик. Так, дайте я подсплю. Ох ты, смотрите. Отлично, еще слились? Или никто не слился? Классно, нет, что предметы нет. Плавают в воде, это очень круто. Я представляю, какой в конце разрушения будет здесь просто плавать пол здания. Ого! Так. Тихо-тихо, на меня не агрись. А он не так уж и высоко прыгает. А не, он за кем-то другим заагрился. Так, давайте посмотрим, кто еще здесь живой. Так, Гусанёк, Госдума. Пацаны, он прям под вами прыгает. Готовьтесь, сейчас будет сильно. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. И залетайте в наш Дискорд, пообщаемся. И если вы хотите еще и с нами попасть на ролик. На мне гусяра сидит. Ух ты! А уже все. Нифига себе, одним просто ударом вынес стену и полы. Так, пацаны. Нет. Все, он прыгает под вами, смотрите. Повезло. Ладно, давайте еще одного поставим. Почему бы и нет? Теперь будет два гномика. Что? О, музычка пошла. Это мой любимый гномик. Это намного жестче, кстати. То был лайтовый. Это я более агрессивного поставлю. Так, мне интересно, кто же выиграет? Кто выигрывает? В каждом раунде у него добавляется одно очко к его очку. Не, просто да. До встречи, просто класс. Так, у нас еще двое человек есть. Интересно, кто же выиграет? А вот еще один, смотрите. Пацкер, ну ты молодец. Я надеюсь, ты проиграешь. Да, проиграй, пожалуйста. Ты на Да я тут при чем? Я же уже слился! Это повторно. Это месть за все. Повторение, мать учения, я понял. Опа. Да. Есть. Ого! Его крыша прибила. А я знал, что он сольется. Так, выясняем, кто же будет победитель. Дэн или... А кто у нас огурец? Это Плеймар. Потому что мне не отображается никнеймы, когда человек на альте сидит. Давай, Дэн, выиграй. Эй, Бабочка. Гномики, вы чё? Есть! Да, Дэн, ты, как всегда, остался победителем. Отлично. Ты красавчик, что я могу сказать? Наполовину. О, на плавающий деревянный. Такс. Смотрите. Ого. Я буду ставить лайтовенького, потому что мы же понимаем, что сейчас я поставлю жесткого, он одного удара просто утопит нас. Да. Готовы все? Да. Поехали. Да. Я должен затащить, я хочу хоть один раунд выиграть. Ну почему я не могу выиграть ни одного раунда? Угон я разрубил. Нормально? А кто последний был? Саня. Гусанёк, ты победил, получается? А нет, вот еще есть. Так, Госдума и Гусанёк. Одним ударом просто вынес 6 игроков. Ого, разлетаются кубики. Гусанёчек, ты готов? А я знал, что он тебя завалит. Так, плюс одно очко Госдуме. Или еще кто-то остался? Да все. Все, двухочкошник. Ты у нас есть, хорошо. О, давайте такую постройку поставим. Джек 3 яйца. Давайте, запрыгивайте. Сейчас буду ставить жестче. И поставлю сразу двоих, чтобы было интереснее. Ставлю одних из самых жестких. Гномики вонючие, мы тут. Ого, тут уже полов нету, вынесли. Опа, кто-то красиво слился. Ну, Хацкер. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Ты. Эх. О, отлично, я запрыгнул. А кто у нас там? Внизу. Не бойся, не бойся. Вода тепленькая. Да ты умрешь, Дима. Не-не-не, я буду живить. Живить. Живить? Можно мне, пожалуйста, победить? Нет, не бей. А ты... Вы видели, что произошло? У меня полы выбились, но я успел среагировать и перейти на другую часть. Это было круто. Ух ты! То по голове аккуратно, новые плиты. Опа. Это ж карта в аренду взята, ну не ломайте сильно ее. Платить за ремонт будешь? Опа! Не разрушил? Ой, красиво! Гусанёк, ты жива еще? А, я вижу, вот вы там на руках. На руках у друг друга сидите. Ну, пацаны, я тоже хочу к вам, но я же не смогу залезть никак. Они разломали эту часть, где можно попасть дать наверх. О, давайте попробуем
Да, зоопарк курит. Нет, лучше буду тут стоять. Я успею среагировать. Хорошо. Ой! А! Ты видел, как я успел среагировать? На волоске. Ну, на соплях. У меня ноги, видите, в соплях. Из-за этого я успеваю. Два раза повезло. Третий раз, я думаю, тоже мне повезет. А прикинь, нет. Повезет, повезет. Давайте еще ставить. Так, ребятушки, 4 гномика. А часть тебе не повезет. А я буду смотреть, куда они прыгают, чтобы успеть. Ой-ой-ой, красавчики. Так, где они? Ух ты, блин. Осторожненько. Перед лицом выскочил. А я специально так сделал. Ага. Они же ручные. Ого, там уже плит под водой сколько плавает. Так прикорми их с ручки, Дим. Да не, я боюсь. Плохая идея, на самом деле она мне не нравится. Ух ты. Все, пацаны, следующий удар будет вам. Если они упадут, то они упадут все сразу. Это очень круто, это добавляет мне шанс, чтобы победить. Там плеймарк еще сидит под этим. Ну я вижу, да, огурчаткин сын. Дима, я специально над тобой стою, чтобы они на меня заяглились. И таким образом убили меня. Я знал, что ты очень добрый человек. Вы видели, почему мне повезло? Потому что я рандомно убежал оттуда. У тебя же мало шансов выжить, все. Не-не-не, я выживу, смотри. У тебя меньше шансов, ну смотри мне. Я еще добавляю. Нет, наверное, не буду. Все, огурчаткин сын улетел вниз. Иди огурцы закатывай. Ого, у меня уже такой маленький кубик здесь остался. Давайте я буду здесь стоять, вот так вот. Во. Вот, согласен. Так, интересно, он ко мне сейчас прыгнет. Нет-нет-нет-нет-нет. Да. Нет, осторожно. Ух ты, чуть поцелуя смерти не было. Хорошо, я лучше здесь постою. Блин, опасно. Я хочу, чтобы они все слились сразу. Я еще ставлю, пацаны. 6 ты штук. Не-не-не. Я им прописал команду, чтобы они меня не убивали, видишь? А-а-а. Так получается, если они упадут, то упадут все вместе. Будет ничья, что ли? Посмотри, на каком ты кубике стоишь. Да я вижу. Это самый счастливый кубик на планете. А я знаю... Я не понял. Дэн, а тебе не больно на этой штуке сидеть? Ух ты! Нет, нет! Ну нет! Ну блин! Да я поддался специально, чтобы пацаны выиграли. А мы тогда не сможем выяснить, кто из них победитель, потому что они упадут все вместе. Будет ничья, это правда. Ну ничья тогда получается, все? Да. Послились. Так, это было эпично. Давайте теперь поставим здание. Вот такое вот, тоже прикольное. Да, пацаны, залетайте. О. Не, я буду на крыше. На крыше больше шансов выиграть. Пока они своими башками пробьют полы, я выиграю. Готовы? Да, давай. Быстро. Поставил самых жестких 4 штуки. Мощнее у нас гномиков нету. Ну, нам жопа, все. Да не бойся, я так 100 раз сделал. Ладно, ладно. Это потом. Ого, они там внизу уже раскрышили. Слышишь, как там все долбится? Ты слышишь, что они там делают? А, пацаны, мы сейчас все вместе сольемся. А я знал. А кто выиграл? А непонятно. Ой-ой-ой, вонючее слайд-шоу. Не знаю, кто последний упал, но, по-моему, я был. Ладно, и Тучка, да, я видел, ты последний был, по идее. О, пацаны, я сейчас поставлю лайтовенько, потому что и здание не сильно мощное. Залетайте. Погнали снова на штырь. Давайте, штыревые люди. А вы каким местом сидите на штыре? Ой. Ляжками. Ляжками, я понял. Так, залетайте все, кто там летает. Все, все готовы? Я ничего не вижу. Погнали. Поставил слабенького. Блин, под водой их очень плохо видно. Ну, видно, что он идет ко мне сюда. Ой, ой. Так, так, так. Осторожно. Не, я еще живой. Я живой. Ладно, я утонул. Да что ж я в этом ролике не могу выиграть. Так, я вижу, у нас победитель. А нет, еще нет победителей. Сунечек, давай, я за тебя не болею. Ой, за тебя болею. Блин, классно, что оно плавает. Ух ты, все, Сунечек слил. А нет, еще живой. Хорошо, повезло. Ух ты, все. Победил у нас. Нет, Госдума победитель. На тебе, щенок. Это было красиво. Хорошо, продолжаем. Давайте сейчас поставим... Эпическое здание. О! Не просто не эпическое, а плавающее. Вот сейчас будет конкретно, оно плавает на воде. О! Да-да-да. Я люблю это здание, на самом деле, оно очень круто сделано. О. Так, пацаны, вы готовы? Mm-hmm. Да, ставлю лайтовый. Он идет. Пока мне все хорошо. О, гон раздолбил уже внизу.
Ух ты, красивый Хацкер. Улитейшн. Хацкер первый сливается все время. А у него, видишь, этот, фортуна сегодня не на его стороне. Значит, Хацкеру просто не судьба в этом ролике иметь 2 очка, понимаете? Ну, никак. Одноочкошник называется это. Ух ты! Они же... Слышь, тебе повезло. Ну, почему мне не... Ну, смотри, как я красиво тройное сальто и рыбкой. Ну, ладно, это была наполовину рыбка. Смотрим, у нас тут есть и тучка, гусанек и Госдума. А, и еще этот... Огурчаткин сын. Все, я вижу, сидит. Летайте над Огурчаткиным сыном, чтобы... Хорошо, давай, 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 согласен. Давайте как мухи над ним летайте. Нет, пацан, он все равно на вас агрится. Нет, до Огурчаткина сына полетел. Огурчаткин... Нет, пацан, он к вам идет. Нет, не надо, пожалуйста. Но я не буду добавлять, хочу все-таки интригу сохранить, чтобы посмотреть, кто же будет лучший. А мне кажется, так и будет прыгать. Нет, 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 смотри, сейчас будет решающий удар. Пацаны, уплываем отсюда. Да, уплываем туда вот. За дома. Огурчаткин сын. Что? Все, пацаны. Нет, нет, нет. Все. Он вернул. Не, он живой, пацаны. Жесть. Да слышите, я повезу. Ого, смотрите, сколько досок плавает. На полкарте уже все расплылось. Ух ты. Кто победил? Интересно, кто же выиграет, гусанек или и тучка? Напишите в комментариях. Мне кажется, что выиграет гусанек. Вот такая чуечка у меня есть. Ё-моё. Даже если вас ударит, будем смотреть, кто последний коснется воды. Все, гусанек, ты победил. А блин, ну Саня, ну красиво, ты молодец, гусанек. Видишь, читы работают у тебя. Я знаю, что гусанек читер вонючий. Смотрите. У меня пачка. О, отлично. Залетайте, пацаны. Ого, какой. Готовы? Да. Давай. Ставлю жесткого. Двоих. Все, пацаны, они приближаются, готовьтесь. Ого. Там все трещит просто. О, кстати, можно прыгнуть на доски и выживать внизу. Я так и сделал, надо стоять вот так вот возле досок. Если что, я на доске приземлюсь. Как это нечестно? Нечестно проиграть? Я говорю, нечестно, а не сейчас. А, понял, еще рано. Ого, сколько там платформ у нас. Так, не расплывайтесь. Блин, я случайно на доску свалился и свалился. Ну вот. Вот и все. Гениально. О, вот с этой стороны еще. Ничего себе, сколько там уже валяется. Пацаны, после ролика можете дрова забирать домой. Да, без проблем. Поделки из дерева. Кто трескает этими дровами, как сухариками? Эй, эй, ноги свои вонючие, уберись. Так, под нами еще очень много платформ, поэтому мы еще... А уже... Ой, забирай свои слова назад. Вон огурец. О, что он там сидит? Тебе не грустно там? Интроверт. Социофоб. Да. Ставь больше, что-то они куда-то разбежались. Ставлю, согласен, вот тут я поддерживаю гусенка полностью. Пацаны, еще каких-то 6 штук несчастных. Каких-то немощных там. Ну да. Подумаешь. Ого, сыпется все просто вниз. Щенки вонючие. Сейчас они нас убьют. Так. Да ладно, да ладно. Чем такие безмещие? Повезло. Я еще планирую то, что Кассини меня собьет, я могу на доску приземлиться. Но шанс крайне мал. Так, у нас еще есть Дэн и Тучка, Ацкер, Гусанек и Госдума. Короче, еще много людей живых. Смотри, как она... Так, я еще ставлю. Давай, давай. Да каких-то 10 штук несчастных. Дима, ты специально спавнишь, чтобы твоя марка это? Да-да-да, как ты угадал. Да что они по мне? А что они как рахиты? Пацаны, мы тут. Пацаны, сейчас, сейчас, подождите, сейчас они и к нам дойдут. Может, вода их как-то искажает? Из-за этого они к нему прыгают? А музыка орёт, это жесть просто. Еще ставлю. Ну, каких-то 15 штук несчастных. Ого. Так, давайте лучше тут стоять. Я не возле пацанов не хочу стоять. Ой-ой-ой! Ой! Я живой, пацаны, я выиграл? Нет, еще Дэн. А и ты еще? Не, возле тебя не хочу стоять. А я буду с тобой стоять. Не надо, не надо, я должен выиграть. Нет, 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 нет! Я на доску. Нет, на доску не успел приземлиться. Кто у нас выиграл? Ты. Я? Давайте по старосхеме возьмем. Лагающее ветхое здание. Опа.
О, легендарная. Сейчас этот раунд решит, кто же лучший игрок. Пацаны, вы готовы? Yes, поставлю одного для того, чтобы было очень интересно, и все-таки мы выяснили, кто лучше. Все, он идет. Приближается. Так, давайте вот тут стоять. Я думаю, что я затащу. Ого! Хацкер, ты что, уже проиграл, что ты летаешь? Вот это да. Решил слиться. Ух ты! Ну да. Так, оно шатается. Пацаны, прощайте, я рада, что вы там все встали. Красиво! А что ты помешал? Так, 5 человек еще живых. Я должен быть победителем хоть в одной серии. Но это решающе. Вот кто сейчас выиграет, тот и победитель этого ролика. Походи. Вот поэтому падайте. Нет. Я затащу. Ой, красиво. Пусть фланг сольется. Что может сделать один гномик? Разрушить нет, все. Нет, я не сольюсь. Я тоже не сольюсь. Умирай. Блин, тянет вниз. А тут же стекло. Че я нет, тут не стекло. Нет, не стекло. Я живой. Я на доске стою, пацаны. Я живой. Ай. С твоим арком. Он самый нифига. Нифига себе тут доски тут. Все. Ура, фланец. Нет, мы еще живые. Мы живые. Гусяк, ты живой тоже? Да. Отлично. Мы с тобой вдвоем остались? Да. Или вот еще. А плеймарк, он же... А все, он утонул. Нет. Гусяк... Я выиграл? Нет? Да как ты это сделал, хитрый гусь? Пока, Дима. Нет, не говори такие вещи на меня. Дима, пока. Нет, я еще плыву, все, пацаны, все. А да блин, фу. Я что, выиграл? Эй, не умею стрелять, не мучай руки. На самом деле я придумал правила, по которым я и выиграл. Конечно. Да так, пацаны, получилось, я не хотел. Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, форум Абгай, Гусанёк, ОлТВ, Сильвер, Курикс, Фокс, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. Всем нравится, когда мы некстботами ломаем деревянные постройки. У нас есть классный мод, когда можно вселяться в некстботов и управляете вы ими. Смотрите, как это круто смотрится. Теперь я буду ломать здания, а не NPC. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Я начинаю все разрушать и скидывать пацанов. Я, наверное, зря стал на самой... Ого, я могу прям нажимать? Первая. Я наломаю. Смотрите, пацаны, на одну сторону перекладываю. Капец, всё. А ну-ка, да. Ну-ка, ну, смотри, смотри. Ладно, давай с этой стороны поломаю, я сейчас выровняю, пацаны. Так. Круто получается. Так, это тоже уберем. Опа. Ну что вы... О, смотри, как я могу сделать. Вот это близко. Нет. Офигеть. Кто выиграл? Еще кто же. Так, пацаны, я понял. А как я достану вас? Я сейчас на плитки эти запрыгну. Сейчас. Да не надо. Надо. Блин, а как-то он странно. Он как-то странно управляется. Да стой. Да блин, во. Ну блин, давай. Да все нормально, все есть. Есть, кто последний? Форум, ты красава, молодец. Залетайте, пацаны. Очень сложно будет, очень. Подожди, так, клонится, пацаны. Ты чё, псих? Тихо, я держусь. 80 хп. Блин, меня прихлопнуло просто. А это не считается, что я упал? Ну, конечно, это земли коснулся. Ну, все, ты земли коснулся. Я на плитке. Всё, обгамини последний. Не, плитка не считается, нет. Я тоже так люблю читерить. Ну все, у нас есть победитель. Оно маленькое, но будет очень интересно, так как Гусанёк должен первый слиться. Давай, Абунга. Мы тебя не боимся. А он сюда может допрыгнуть или нет? Ой, уже шатается. Может, наверное. Че, офигел? Да что вы, психи? Тихо, я живой. Нет, я не умру. Ты умрешь. Потому что конкуренция, я должен выиграть. А! Я живой, пацаны, я выиграл. Я тоже. Я еще тоже. Не, я тоже. Не, уже все, Фокс, ты не выиграл. Нет, я на доске стою. Нет, все. Ну, капец, Дима выиграл. Отлично, ура. Так, давайте начнем с середины. Лифт пошел отсюда сразу. Что там, пацаны, шатается? Да. Ну, почти. Почти, да? А давайте еще середину разрушим здесь. Блин, ну классно NPC разрушать все. Это очень круто сделано. Че, стоит? О, давайте прям вообще 4 ножки оставим просто. Блин, я там поломал. Ладно, давайте здесь сломать. Оно сейчас резко начнет рушиться. Шатается? Ого, оно шатается круто. А так вот.
Ого, ладно, давайте мы его еще чуть-чуть подрихтуем. Ха-ха, оно уже аж ножки согнуло. Во, вот эта нагрузка сейчас колоссальная идет. Все, я даже могу ничего не делать. Просто смотреть, как оно падает. Одна часть падает, давай делай. Вот, я его поставил, пацаны. Пошло, пошло. Зачем? Зуб бьет нас. Че, живые еще? Да. Да. Молодцы. Ой. Ладно, давайте дальше разрушим. Ох, ты. Ё-моё. Че ты, гусалек, думал? В сказку попал? Ага, вот еще. Наблюдайте внимательно, кто из них последний останется живой. Я в блоках. А все, всё, остался один. Сильвер. Все, ты молодец. Смотрите, какой классный дом подготовил. Который сейчас разрушится просто за пару секунд. Ну, я думаю, за полминуты издания не будет. Ты как Марио, кирпичи пробиваешь своей башкой. А! Ой. Ладно, ладно, согласен, слился. Да, ё-моё. Так, Спанч Боб последний коснулся. А, нет, вот. Вот еще двое. Вот еще двое. Так, подожди, одного вижу, один еще. А, вот вижу. Бенди, так, ну, тебе ну, жопа. Пожалуйста, давайте обгая. Обгая. Все, Бенди выиграл. Бенди выиграл, красавчик. Неожиданно, но молодец. Смотрите, какое эпическое здание у нас сейчас будет. О. Ого. Сейчас у нас гномик будет, смотрите, приближается. Он намного жестче. Я упал сразу же. Ого, оно шатается. А, то я уже тут шатаюсь. Да пощади, гномик. Ну не мочи нас, пожалуйста, сильно. Блин, я вижу, как там все шевелится внизу. А, ты на лифте, я с тобой. А, как это, куда? Блин, не могу, пацаны. А, все, прощайте. Вы что, упали? Нет. Нифига себе, она уже... Она зафрижена. Так, не, еще стоит, все хорошо. Она зафрижена. Так у нее платформа... А, она зафрижена? Ножек нету. Да, она... А ты не можешь сюда допрыгнуть, не? Нет. Раз уже это есть здание, давайте я вам покажу, как его можно разрушить. Оно не зафриженное. Оно было только одна часть зафрижена. Все. Я живой. Во. Ты солец, Фокс. Гусенек, ты выиграл. Ура. Молодец. Кстати, насколько было хрупкое здание, что одним выстрелом базуки можно его было уничтожить. Смотрите, какая у нас сейчас будет гигантская постройка. Гусенек, ты знаешь, что ты очень слабый гномик? Ты должен лучше играть. Ты у меня умер. Так я сейчас это и делаю. А, йоу. А кто мне скин? Ладно, я живой, отлично. Я живой, все хорошо. Ого. Гусенек, ты что, псих, что? Ох ты. Ай-яй-яй, доской по башке прихлопнула. Так, а кто еще живой? Вот. Два человека, интересно, кто же из них будет победителем? Внимательно смотрим, кто же первый коснется земли. А, я выиграл. Все, красавчик, молодец, я знал, что ты будешь плохо играть. Так, Гусунёк, где самое лучшее место на этой карте, чтобы выиграть? Показывай. Ну, по сути, вот это. Это самое лучшее, да, место? Да. Не-не-не, я не хочу умирать. А если оно наклонится в ту сторону? В принципе, это уже происходит. Тихо-тихо-тихо. Блин, её так шатает. Пацаны! Упал. Ого! Нет, я живу. Так, Гусенек, спасибо за подсказку этого места. Ладно, все, я умер. Нормально, нормально, сейчас. Все, 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 держимся. Держимся, держимся. Выживем. Блин, вот это оно наклонилось. А, жизнь. Жизни, жизни. ХП. Отлично. Вот это мы переклонились, а ну стоим. Это уже на стене получается стоим. Блин, я думал, там кто-то еще остался в живых. Все, мы вдвоем, Гусенек, кто же из нас будет лучше? Я еще вижу. Нет, Фокс, ты уже все, это все. А! Ой! Смотри, это новая постройка, которую мы, кстати, еще не использовали. А, не, использовали когда-то давно. И она очень круто разламывается из-за того, что здесь тросы ее сдерживают. Как бы прочности очень много. Гусенек молодец, сразу дырку занял. Ладно. Ну что, ребята, я сейчас... маленький гномик. Я давай, иду. Давай. Пацаны, готовьтесь. Я же хочу в эту дырочку пролезть. Ты умрешь, скорее всего, когда в ней окажешься. Не-не-не-не. Ну да, кстати, я вспомнил, поэтому не буду лучше. Так, ЛТВ, отойди. Так, пацаны, ломается под нами. Держитесь. Ой-ой-ой. Ладно, слились. Красиво при том. Я остался еще. Вот кто выиграл у нас. Ой, я тебя тоже вижу, Фокс. А, подожди, а кто выиграл? А, все, Курикс получается. Вот это он вынес просто кусок. На лифт, все на лифт, пацаны. Где? А лифт, смотрите, сбалансируется, не так там кидает. Ё-моё. Так, отлично. Отлично, я держусь. Главное не паниковать, все четенько. Стой, ну куда ж ты идешь? Да не, иди сюда. Прикольно, так штыри торчат эти. Постройка эпическая, на самом деле. Форум. Есть, проиграл. Это было красиво.
Так, а где вы еще? Не вижу вас. Вот, Гусанёк еще же. Гусанёк, ты выиграл. А, все, я выиграл? Да, ты один остался. Молодец, не ожидал, что ты можешь выигрывать когда-то еще. Ну видишь, все-таки этот, как его? Короче, да. Смотрите, какую я подготовил крутую постройку. Очень большая и будет сейчас круто разрушаться. Гусанёк, давай, удиви. Сделай в этот раз красиво. Вход идет табунка. Давай, давай. Ого! Нифига себе, одним ударом решил вынести. Так, я буду директором. А на стул нельзя сесть. Так, тут я уже вижу, вы на троих соплях держитесь. На троих? На твоих? На чьих? Сейчас я думаю, я одно снесу, все, вы сразу же полетите. Ломай у тот угол, который ближе к воде. Дима, уходи, ломай. Не, я уже сломал другой угол. Ладно, ну-ка посмотрим, что вы будете делать с одним углом. Давай. Только не наш же угол ломай. Так, ладно, понял, сейчас надо еще. Блин, опасно. Ого, он шатается сильно как. Щенок, ты нас не убьешь. А где он? Я тут. Под вами буквально. Я под вами прям. Да, мини убить. Что там, не получай? А, вижу. Да. Что-то там происходит. Надо лучше переместиться, опасно. Оно зафрижено? Да. Ты думаешь? Ну, я просто... Посмотри, как я уже... Ого, наша... Да, блин, пацаны! Есть, я живой. Хорошо. Не, ну просто... А, ну да, давай я расфрижу, стой. Я уже просто... Ой. Да, пацаны, ну расфризил. А еще и живые. Гусанёк, ломай дальше. Еще куча людей же... Ого! Ты разрубил просто напополам. Все. Ого, все разлетелось. Я выиграл. Да, ты победил. Да, тебя. Это да. Вот такая у нас есть постройка, она очень маленькая. При желании ее можно расфигачить просто за 2 секунды. Давай, удиви нас. Так, я должен выиграть, надо сразу сюда идти. Нет, туда. Ого. Ломает? Да, я вижу, стена разлетелась. Ого. Он псих. Что за зверь? Во, отлично. Хорошая тактика, пацаны. Ё-моё. Он разрубил напополам. Ух ты, блин, той по башке дал. Мы что, все слились? Нет. Вот еще в здании, я вижу. Там музычка играет. Так, ОЛТВ выиграл. Ну, ОЛТВ, ты красавчик. Так, кто больше всех победил в этом ролике? Я 3 раза выиграл. Да, форум выиграл. Ну все, форум, ты победитель. Мы тебя поздравляем. Где ты находишься? Я тебе хочу медаль дать. Вот я. Молодец, ты вы. А, вот так ты... А, вы хотите войну устроить, пацаны? Я хочу тоже, давай. Что вы делаете? Я же вас вообще не трогаю. Пацаны, бегите! Эй, что она не взрывается? Её удалили? Вы... Да, пацаны, ну взрывайтесь! Ай! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дэн, Сильвер, Кисмауга Бога, Плеймарк, Госдума, Флайн, Гусанёк. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас будет крутецкая рубрика «Выживание на постройках». И будем ломать разными способами. Робот, джавелин, даже сиреноголовых можно будет брать. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Первого я возьму Оптимуса Прайма. Вот это он гигантский. Даже это здание не такое уж и большое, как кажется. Так, давайте для прикола проверим, смогу ли я бомбами разрушать его. Че, пацаны, нормально там? Не поглушило вас? Не. Не? Хорош. Давайте, короче, мы туда крышу ему поотлам. Вот, это кстати, ненужное. Делаем ремонт. Угон мощь. А если я ножки отломаю? Ох ты! Так, пути отхода убираем. Кто коснется земли, тот проиграл. Ну как, молодец. Я знал, что ты шаришь в этой теме. Ну, Санёк, пол шатается, лучше встань куда-нибудь. Пацаны, если буду вам полы ломать? Нет. Надо взрыв кинуть, чтобы откинуть эти ножки. А если вот так кину здесь? Ого, я четко попал. Че, пацаны, нормально? Это, кстати, вот эта стена тоже вам не нужна. Вообще ни к чему. Ой, подлагивает. Это нормально все. Сейчас мы раскидаем пробы. Когда я вел квартиру, вот это жесть. Че, все живые еще? Да. Один, да, только слился? А, я вижу, где вы стоите. Ломаю вам полы. Да вы офигели. А если я кину бомбу, вас раскинет? У нас тут землетрясение. Тут какие-то лестницы вонючие отлетают.
Так, давайте еще раз сдалека кинем бомбочку. Ух ты, я прям по человеку не попал. Давайте попробуем попасть все-таки. Вот это сильно. Ребята, не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Залетайте в Дискорд, поорем. Если кто хочет с нами позаписывать. Ладно, пацаны, пошутили, хватит. Давайте теперь будем полы ломать. А вот так вот, пацаны, сейчас будете разлетаться. Так, надо ниже чуть-чуть взять сейчас. Ой, блин. Классяк. Да что так громко оно бахка? И, наверное, так и должно быть. Не, ничего не разлетается. Ой-ой-ой, оно было приварено. Отлично. Это ломаем. Надо Ой, вот это точно. Давайте прям в него попадем. Нет. Ты живой? Да. Так я не понял, ты должен был слиться. Кто его держит, вопрос? Бомбы не действуют на эти штуки. Что его держит? Я не знаю. Я прям в него целюсь, вот выше чуть-чуть берем. Так, подожди, там два человека, да, осталось? Нет, больше. Ну вот он стоит, и еще трое. Хорошо, пацаны, пошутили и хватит, смотрите. Раскидываем то, что осталось. Попади сначала. Так, все. Кто остался? Дэн. Ну все, Дэнчик, ты победитель. Так, поставим самую неоптимизированную постройку, которая может быть в горисводе. Залетайте. Дэн, когда будешь готов, можешь орать. Не, вот так. Настроение отличное. А мы готовы, Дэнчик. Деревянную постройку вообще можно любыми способами поломать. На что хватит вам фантазии или количество наших модов? А модов у нас много. А сколько у нас модов? Больше 100? 230 вроде. А, видишь? 90. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Молодец. Так, а где он? Я его не вижу. А вон он. Побирает. Дэн, тебе что, в голову пулей попасть разок? Раздуплись, не спи. Ой-ой. Сиреноголового взял. Кстати, пацан, он может разломать постройку с одного раза. Я уже забыл. А, я сказал! Нет, я живой. Да ладно, вот это он мощный. А что, все слились? Вот еще один игрок у нас. Все, флайинг был последний. Так, два. О, вот у нас есть постройка, которую можно ломать роботом или джевелином. Так, давайте. Давай, флайинг, удиви нас тоже. Робот пошел. Тихо-тихо, надо с этой стороны стоять, надо от него подальше держаться. Ого, уже кусок здания нет. Косой! Металлическая жопа, ты нас не убьешь. Ого, ой. Блин, где запрятаться? О, тут лифт есть. О, все, мы лифт прикрылись немножечко. Эй, ты че прыгаешь там? Слабый робот, вообще не умеет играть. Ой, во-во, отлично. Во, тут я выживу. Ё-моё. Вот это он большой. А ты что там прыгаешь? А, ты от пропы отталкиваешься, поэтому прыгаешь. Голливый какой-то. Ух ты, блин, это так громко. О, Дэн, а ты что там делаешь? На тебе стрелы в голову. А, есть, я живу. Я живу, отлично, Дэнчик, мы с тобой еще тащим. Так, сконцентрировались. Ой, слайд-шоу. Это горисмот, ребята, все нормально. Робот! Пощади! О! А че я вылетел? Хорошо. Так, осталось трое человек еще в живых. На! Вот это осколки летят в разные стороны. Так, Денчик и. Плеймарк. Огурчаткинсен. А, все, Плеймарк выиграл. Все, Плеймарк победитель. Постройка классическая. Ну. Давай, Плеймарк. Сделай вещи в этот раз. Мне кажется, он сейчас кинет бомбу, это здание разлетится на куски. Готовьтесь, пацаны. Только не меня, пожалуйста. Робот! Ого! Ну что, насквозь даже пробило его. Смотрите, как сдалека сейчас будет. Красиво! Аж загорела жопа у кого-то. Блин! Красиво, молодец! Работяшкин сын, красавчик. Бомба! Мимо. Лучше здесь стоять. Ох ты! А! Тихо. Нет, я буду тут стоять до последнего. Может, я выживу все-таки? Эй! Привет! А! Живой? Нет, я упал. Все. Отлично, отличненько. Че, пацаны, кто живой?
вопрос думаешь? А, нет, все, да. Ты... Я живой, пацаны, я выиграл. Да. Отлично! Ну что, я подготовил вам сейчас сюрприз. Сейчас будем использовать оружие, которое мы давным-давно не использовали. И это будет эпично. Залетайте. Сейчас я вам покажу. Ребят, я сейчас возьму джавелин, который так лупашит все. Давайте начнем с самого низа, чтобы красиво это все сделать. Ё-моё. Отлично. А что, целое, что ли? Так я не понял. О, давайте сделаем еще красивее. Давайте прям в центр пацанов фиганем. Полетело, пацаны. Бум. Вот это осколки летят. Да мы все разлетелись. А кто выжил? Я и Гусанёк. Вы еще же... Хорошо, пацаны, я отлетаю далеко. Давайте рандом решит, кто из вас будет выигрышным. Гусанёк, на тебя ракета летит. Прям в тебя прицелился. Бум. Живы? Нет, еще один жив. Где? Я жив. Сильвер. А, нет, вы вдвоем. Так, пацаны, хорошо. Стреляй просто в платформу, на которой вы стоите. Ё-моё. Живой? Живые. Вот так вот. Во, отлично. Пацаны, готовьтесь. Блин, ну почему? Кто выиграл? Я остался. Ну конечно, блин, я не понимаю, как... Ну Флайнг, ну у тебя кот красивый. Я знаю. Это было прикольно. Гусёк, не расстраивайся, ты в этой серии не выиграешь. Ой, выиграешь. Да выиграешь. Я прям чувствую, как ты проигрываешь постоянно. Так, ребята, ставлю хрупкую постройку. Только не ломай её сильно быстро, хотя бы дай нам 5 секунд прожить. Ну ладно. Хорошо. Постараюсь не ломать быстро. Спасибо тебе. Ну, хотя вряд ли. Ну давай, мы готовы. Так, надо на корточках сидеть. Ну почему я? А нет, я живой. Я красавчик. Может, я еще и победю? Победю. Ого! Вот это красиво было, эпично. Я даже ничего не успел сделать, она сразу сломалась. Кошмар, да поднимайся. А чё? А это как-то законно, что лифт едет? А я один? Я выжил? Я выжил. Я еще жив тоже. Отлично, отличненько. Ладно, я проиграл. Я выиграл. Не-не-не, вот я. Вот, Гусанёк выиграл. Все. Не, Гусанёчек, ты выиграл, я видел. Есть. Видишь, а ты расстраивался, я говорил, что ты выиграешь. А не, я говорю, что ты не выиграешь. Так, мы сейчас Гусаньку подберем очень классное здание, чтобы он долго мог разрушать его. Пацаны, вы не против? Я буду ракетами вас стрелять. А, ты ракетами хочешь? Хорошо, тогда берем вот это здание. Смотрите. Ну, оно не сильно большое, но очень прикольное. Так, это хата, там, где я записываю ролики. Вот мое рабочее место. А кто компьютер украл? Где компьютер мой? Я украл. Вот радио я тут слушаю. Вот тут я ноги мою в тазике. А я думал, Сережа. Я съел остру, а потом мою ноги. Гусанёчек, мы готовы. Давай, делай вещи. Тут в холодильнике мне есть кушать. А зачем тебе кератин? Ничего себе, трухануло. Это что за землетрясение, пацаны? Ну что-то слабо как-то. А подожди, он уже шатается все. А может, оно не ломает это здание? Это должно. Должно. Значит, сильно сварен. Ой, пацаны, тут крышу починить надо. Да? А, горит. Я под колпаком. Вы еще, а почему лестницы как будто они на Луне? В смысле? Да они вниз падают, как этот с лунной гравитацией. А, значит, некоторые пропы просто, да, изменены. Так, ломаем вам лестницу, чтобы вы никуда не смогли убежать. Видите, как пропы здесь все двигаются влево-вправо? Не меня, да. Ух ты, блин, я прям слышу, как она приближается. Реально еще никто... А, никто. Не, пацаны, лучше внутри стоять, потому что взрыва может откинуть. Так, Флайнг сейчас опять выиграет. Смотрите внимательно, может он полет прожимает? Я не прожимаю полет. Не? Гусанёк, ты какой-то слабый вообще, тебе серьезно говорю. Я вас сижу. А, ты щадила. Ого, я подлет... О. Все, крыша, пацаны, уехала, в прямом смысле слова. Мое рабочее место есть, я еще буду ролик записывать. Просто смотри наверх. Ай. Это было больно. О, стол упал. Вот, это место, где я затащу. И читерское место нашел. Это что? Я. Ох ты. Должен... Охо. 3 человека еще в живых. Тань, не щити их. А, блин. А что ты на голове стоишь? Новая же голова у меня. Блин. Ну, блин. Я выиграл. Я выиграл? Да. Красота. Отлично. А почему не я?
Ну потому что ты выиграл. Ой, потому что ты проиграл. Да так получилось, обстоятельства, что ты. С ракетой. О! А она забагалась, все нормально. Залетайте, пацаны, я сделаю это быстро. Да стойте, новое здание. Ладно, давайте что-то помощнее, что-то я переборщил. Цена, оно маленькое. Во! Будем делать по-эпичному. Залетайте. Ого! А что ты хотел? Я понял, я вспомнил, где я прятал. Так, давайте возьмем опять робота. Мне очень этот робот нравится. Он крутецкий. Где? Че, все наверху? Да. Да. На, держи гранату. Прям, блин, да пацаны, ну видите, оно как бы вот так вот. Ну, да. Вывалилось все просто. Так, давайте днище разломаем. В меня не надо. Горит все. Ну, думаю, я бы тебе не рекомендовал бы, на которой горит, стоять. Да, я вот я же тебе говорил. Я тебе говорил. А я, смотри. А кто живой? Я. Я и чё? Так, ну давайте сейчас еще снизу начнем разрушать и до верха дойдем. Огурчик. Так, крыша здесь. Ого, ну разлетается все эпично. Так, все, днища нету. Поднимаюсь потихоньку выше. Ладно, все, поймаху улетел. О, я придумал, пацаны. Сейчас мы его красиво разрушим. Все нормально, пацаны, сидите, все четко? Да. Угу. Так, смотрите, что я им подготовил. Вам должно понравиться на самом деле-то. Вот это фото. Так, сейчас мы ее активируем. Я сказал, что можно любыми способами взрывать. Сейчас мы это сделаем. Черт. Ой. Кто живой? Поднимайся. Еще мы втроем. Вы втроем, хорошо. Так. Давайте сделаем по-другому тогда. Мы ее сейчас выше поднимем. Сейчас будет взрыв немножечко выше, пацаны. Вот так вот. Блин. Кто коснется последний? Смотрите, кто коснется. Саня. Дэн. Или Илья. Ты последний, Саня. Ну, Илья. О, давайте сейчас сделаем так, что вы будете вдвоем ломать. Ого. Сейчас я поставлю большую постройку, но раз спорно. Так, во. Давай-то... Залетайте. А что мое здание? Это не твое здание. Уфе, уж мерт пакости инкорпорейта. Да я тут живу. Эй, мы сейчас твое здание будем просто разрушать. Пацаны, скажите, когда будете готовы, потому что мы готовы. Так, Дэн, давай насчет... О, вы джавелин, пацаны, быстрее, вниз. Раз, ладно? Два, три. А, летят, я слышу. Ой. Ой. Пацаны, это было громко. Надо быстрее. Раз, а что я не могу спуститься? Два. Ноги три. Толстые. А! О, отлично. Спасибо, пацаны. Вы пробили дно. Днище. Раз, два, три. А, летят, смотрите, две сразу. Ух ты, блин. Это эпично. А. О, вот, тут еще факс какой-то печатает документы. Раз, два, три. Куда оно летит? Блин, так камера дрожит аж. Я мимо полетела. Эй, не мешай. Ах, где ты, блин, там? Придавило плитами. Так, пацаны, кто живой? Я живой. Я живой. Все, я проиграл. А еще... тоже... так, вот двое человек, Исмауга Буга и Гош Дума. Нет! Да Гоздума. А, все, Гоздума выиграл. Да. Ну красава, получитер, ну что я могу сказать. Обработан. Во. О. А, ладно, будем его накрыть. А подожди, тут есть второй этаж? Будем на крыше выживать, а что делать? Здание классное, о, красивое. Вот что-нибудь. А! Летит! Джавелин летит! А! Надо за угол забежать, вот так вот. Ого, меня откинуло! Красиво, не спорю. Так, кто еще живой? Я. Я вижу, вот тут внутри. Ого, тут прикольно так сложены эти плиты. Я даже внутри его не рассматриваю. Это кинотеатрейшн. Пацаны, у вас там крыша едет чуть-чуть. Она держится проволочками, видите здесь? Тросами. Поэтому она никуда не уходит. Это читерское место наполовину. Не, мы кино смотрим, не мешайте. Да? Слышу, летит. Или не летит? Не летит.
не летит. А, нет, ой, летит. Только иногда взрыва не слышно, это очень странно. Что-то слабая она какая-то. Да? Да. Ух ты. Слабая, говоришь? Да, очень слабая. Ни о чем. А, пацаны, он робота взял. Косой! Неумеха! Ниже! Вау! Но он опропы не ломает, только твоя пушка лазерная может их ломать. Они... Ломает? Странно. А, они были просто уже разрушены, просто ты их раскинул. Так, смотрим, кто же выиграет. Денчик есть. Плеймарк. Кто еще? Все? Мы еще. А я тебя не вижу. А, вот я ты. Еще. А, это не нет, ты. Нет, я уже все. Тихо, жив. Нифига я себе еще. Здесь пропов. Прикольный был кинотеатрейшн. Ой, да, ладно, все, ой-ой-ой, надо удалить или взять срочно. Быстро. А, все, все, все. Я еще жив. Так, а ты что, победил, получается? Все, больше никто не выжил? Не, вот еще Дэн. Дэнчик, давай, я за тебя болею. Еще трое. Ух ты. Еще... Дэн молодец. По пропам бегает просто. Молодчик. Ух ты, аж подлетаю. Ну, 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 ну. Я на стуле еще. А, ну все, ну получается Дэн выиграл. Или еще кто-то есть, я не вижу больше никого. Нет, больше никого нет. А, ну все, Дэн. Ну, Дэн, молодец. Так, кто сколько раз в этом ролике выиграл? Я два. Так, Флайнг точно два. Один. Я один. Я один. А я два или три раза выиграл? Два. Ты, кстати... Дима вроде два раза тоже. Угу. Ну ладно, короче, тогда ничья. Дружба. В этом ролике победила дружба. Вот тут я согласен. Я хочу сделать в конце эпический взрыв. Давайте мы вот эту карту возьмем сейчас. Я сейчас поставлю туда мощные классные бомбы, которые раскидывают пропы. Ребята, вы же любите эпик? Я очень люблю. Да. Так, сейчас я закидаю здесь все бомбами. Будет очень круто. Одна есть. Вторая есть. Третья есть. Стоять. Четвертая есть. Я на самом первом ряду. Есть. И здесь. Ой, все, пацаны, можете их взрывать. Давайте эпический взрыв наблюдать. Ну-ка. Все, я активирую. Давай. Вот это круто. А теперь, пацаны, мы должны это все собрать назад. Строим назад кинотеатр. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.